Здравствуйте! Моя коллекция детских лоскутных одеял пополнилась новинкой, которую я назвала «Звездное лето». Скажете, много красного цвета? Но ведь сейчас зима, так хочется тепла, солнца, спелых ягод с поляны. А мне кажется, что вот эта одеялка как раз напоминает нам о лете. Как всегда, я использовала натуральные ткани, 100% хлопок, утеплитель синтепон, оборотная сторона изделия тоже хлопок. И в этот раз стежка была ручная. Если вам кажется, что с изнаночной стороны мало стежки, то это обманчивое впечатление. На самом деле стежки очень много по лицевой стороне. То есть я стегала вручную лицевую часть вместе с синтепоном. И несколько швов сделала на тройном слое, то есть верхняя часть, синтепон и оборотная сторона. Вся стежка ручная. Но это не означает, что данная одеялка нельзя стирать в стиральной машине. Конечно же, можно. Просто на щадящем режиме и при температуре не выше 30 градусов. Оно прочное, ткани не усядут, не полиняют, но, как всегда, все уже проверено. Ширина и длина одинаковые, оно квадратное, 72 на 72 сантиметра. Ну, как всегда, я шью одеялки для новорожденных, для маленьких детишек. В дальнейшем это одеяло можно использовать как подстилочку в санки, в кроватку, в манежек, для игры детей. В общем, все на ваше усмотрение. Подписываясь на мой канал, вы получаете скидку 10% на любое лоскутное изделие из моей коллекции. Посмотреть и заказать лоскутное одеяло можно на моем сайте. Ссылку я даю под видео. С вами была Бая Чернышева. До новых встреч!